Фестиваль студентов, гастрономическая ярмарка и большой концерт. Новосибирская область готовится к празднованию юбилея региона. Программа распланирована на несколько дней. Сама концепция центральных мероприятий, приуроченных к юбилею региона, она несет идею объединяющего начала. Новосибирская область позиционируется как регион, где всегда знали, что такое взаимоуважение, чувство общности, где помнят свою историю, корни и, несмотря ни на что, стремятся к высоким вершинам. «Новосибирь-85» – так называется праздник. Мероприятия будут проходить с 22 по 24 сентября. В первый день гостей ждут квизы на тему истории нашей области и фестиваль студентов. Во второй – на набережной откроют гастрономическую ярмарку, а умельцы со всего региона будут давать мастер-классы по народному творчеству. Самые масштабные мероприятия запланированы на третий день. Фейерверка не будет, зато организаторы обещают большой праздничный концерт с участием Полины Гагариной и Ханны. Телеканал ОТС будет вести прямую трансляцию. «Сибирь-85», давайте поговорим об этом, какие смыслы это несет. Является прообразом, а самое главное, проекцией нашего региона, как молодого региона, перспективного, динамичного региона. Это то самое обращение в будущее, которое говорит о том, что здесь живут интересы, энергичные люди, которые являются самой главной ценностью Новосибирской области.